Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Инок, и сегодня я хочу поговорить с вами про игру War Thunder. Как вам известно, сегодня, 24 февраля, вышло очередное обновление игры под названием 1.4.7. Посмотрев на обзор этого обновления, я понял, что действительно эта игра стала намного лучше, чем те же World of Tanks. Сравнить я это мог достаточно хорошо, потому что проиграл в World of Tanks довольно долго, в принципе около 3-4 лет, выкачал топовую технику, и по сути эта игра мне начала надоедать. А надоедать начала потому, что выходят ненужные обновления, которые вносят только всякую ненужную фигню, так скажем, а именно какие-то премиумные танки, какие-то новые наклейки, переделанные карты из пустое в порожнее. В принципе, это не нужно. А теперь давайте посмотрим на War Thunder. Каждое обновление выходит также новая техника. Но, опять же, выходит новая техника, которую может получить каждый игрок, а именно выкачать ее. Премиумные танки выходят, но цены на них не такие, как в картошке или World of Tanks. Посмотрим, допустим, тот же Лев в World of Tanks стоит $50. Это раньше он стоил, сейчас я цены не сравнивал. А теперь самый топовый танк в War Thunder, в переводе на рубли, в долларах я не знаю, стоит 1500 максимум. Идем к другим частям обновления. В War Thunder обновляется полностью все. Каждое обновление выходит какие-то дополнения к графике, какие-то оптимизации, какие-то новые фичи. Опять же, физика. Вы просто посмотрите, какая физика в War Thunder. В World of Tanks разработчики пытаются ввести этот их движок Havoc уже третий год подряд. Но опять же, никаких продвижений в этом нет. War Thunder игра официально, можно сказать, вышла недавно. И то, я считаю, она еще не вышла полностью, потому что это какой-то период после бета-теста, когда только все улучшения вводятся в игру. И опять, посмотрите, какая графика в этой игре. Танки загрязняются по мере своего участия в боях. Грязь месяца, даже так скажем, как в той же Speed Tires. То есть, вообще равных в этой игре сейчас нет. Опять же, разрушаемость зданий, конечно, не полная, но сам факт, допустим, тот же забор на любой из карт, он распадается на несколько частей и некоторое время держится на вашем танке как физический объект. Это реально круто, ребята. И эта игра еще набирает только популярность, она только вышла. Поэтому я говорю всем, сейчас, я знаю, набегут агрошкольники, которые будут говорить, что ла-ла-ла, World of Tanks лучше, там круче геймплей и так далее. Возможно. Но, опять же, это две разные игры. World of Tanks рассчитывалась как аркадная игра, а War Thunder уже более симуляторный режим. То есть, в танчиках вы там просто стреляете куда попало, без всяких упреждений и так далее. А в War Thunder вам нужно уже подумать, куда стрельнуть, как стрельнуть, каким снарядом. То есть, это реально круто, и, в принципе, это рассчитано на аудиторию, которая более старше. То есть, World of Tanks 12+, а я бы поставил там, допустим, War Thunder 14+, но это просто так образно сказано. Опять же, War Thunder, по сути, проект, который содержит в себе одну игру, но она разделена на три части. То есть, авиация, танки в данный момент, и вскоре будут введены корабли, которые просто, я считаю, разобьют в пух и прах эту Wargaming. Потому что это все совмещено, это все круто совмещено. Вы можете играть на любом виде техники, и вам это будет по нраву. То есть вы можете играть на танках, кто-то будет играть на кораблях или на самолетах. То есть в одном бою будут участвовать все. Это круто. В World of Tanks такого никогда не будет, потому что это три разных игры. И в этих трех разных играх будут три разные виды техники. То есть в World of Warplanes вы будете летать на самолетах, в World of Warships вы будете плавать на кораблях, и в World of Tanks, соответственно, на танках. Это, в принципе, скучно. Мне лично надоел World of Tanks очень быстро. Я несколько раз бросал, потом возвращался. Конечно, я вдонатил немного денег в эту игру. Но сам факт, игра стала говном. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Увидимся.